Сегодня в Гомеле городский день аховы працы. На парадку дня ситуация с захворваниями на вытворчасти. Местом проведения встречи стал химичный завод. Предприемство показальное. Тут назапашены великий опыт по створению безопасных и комфортных умов працы. Удельники выездного семинара, будовники, представники предприемства, специалисты по ахове працы и медики оглядели вытворчие и бытовые помешкания завода. Однако убаченному дадено высокое. Видовочно, что все зробленное не за несколько дней. Такие умовы – выник долгой повседенной працы. В вогуле, сёлетняя городская статистика свечить об удосканальвании работы по ахове працы. Ни одного смяротного выпадку супрать 5 у минулым годе. Однако спыняться на досягнутым нельга. Проводимые мониторинги свечить резервов еще шмат. Никаких нету иллюзий. Надо продолжать интенсивно работать для того, чтобы удержать эту ситуацию под контролем. Значит, это, ну, тем больше будет у нас моментов, когда люди не будут страдать на производстве, тем лучше будет для семьи, для детей, для жен, для всех. Поэтому в этом направлении будет также продолжена работа.